Всем привет, с вами Филипп, и я начинаю новую игрушку, но все-таки продолжаю ждать те игрушки, которые мы хотим, Battlefield, там, Call of Chos, так, что там еще, GTA, ну все, что мы ждали, точнее ждем еще. И еще вот про эту игру Mirror's Edge, это первая часть. Вторая часть, не знаю, когда выйдет, не смотрел дату, но я тоже ее буду ждать, она прикольная. Это игра про паркур. Бегай, прыгай, убегай от военных, там, можешь брать пушки, стрелять. Давайте посмотрим, первый у нас, ну, легкий я уже выбрал. Я ее уже очень давно играл и не до конца даже прошел. Вот я и хочу с вами до конца пройти. Так, новая игра. Конечно же, новая игра. Загрузка главы. У нас город будет не такой прям, как Графон. Когда этот город лучился энергией. Темный и опасный. Вот такой живой. Но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил. А кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь. Другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Вот так вот. Только я уже забыл, когда засмотрелся на эту видюху, я уже забыл, что я хотел сказать. Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Селеста завершает свою обычную пробежку, поэтому повторяй все за ней, хорошо? Так, я вспомнил, что хотел сказать. Тут графон не лучший, да, но тут всегда будет вот это вот синее все, красное будет, вот это все. Все очень сильные цвета, очень прям. Вот белые очень, вот светлые цвета. Пробел, левый shift, tab. Да, все. Теперь я могу идти. Зрение бегущего укажет вам на движение, а также на интерактивные точки. Обращаем внимание на объекты, помеченные красным. Вот. Когда красный, мы должны пробел. Когда красный, мы всегда должны пробел нажать. Либо shift вот так вот. Пазу. Увидеть цель. Так. Привет, Кейт, снова в бою, а? Привет, красотка. Не думала, что так скоро сделала. Жалко, что мы играем за девушку. Жалко очень, что играем за девушкой. Просто такой красоткой гоняться. Ну иди сюда. Какая бегунья. Я догоню тебя. А, нет, тут не проскользнуть, жалко. Вау. Ну зачем показывать ее? Но я и так могу пройти. Так, тихо. Держи равновесие, так. Ну чё? Чё дальше? Ага, всё. По трубе ползать. Вообще прикольная игрушка. С таким паркуром мучить. Твою мать! Как я не поймал? Ну все, хватит показывать. Это неинтересно. Давай. Так. Подожди меня, да я разбегусь. Твою мать. Давай.
Ой, ёлки-палки. Так. Ну, давай, давай. Чё я делаю? Твою мать, чё я сделал? Куда мне надо? А, склониться к рождению не позволят вам двигаться дальше. Надо вот так вот. Ну, долго там еще. О, наконец-то. Да ты гонишь опять. Да, тут очень надо быстро действовать. Когда от военных убегаешь, это вообще жопа полная. От них убегать, это вообще... Так, пробел, кью, пробел, нажимать быстро. Это вообще сложно, нажимать быстро. Эй, давай. Так, надо сейчас нам тут пройтись. Хорошо, что мы видим руки, ноги свои, это очень прекрасно. И графон прекрасный, так. О, тут надо проскользить, это уж понятно. Да, и опуститься надо тихонько, не ударясь. Это очень сложно, у меня не получалось с первого раза, так что извините, если я буду проигрывать где-то в каких-то минутах. Твою мать, я улетел. Вот я и говорю, я хотел сейчас пробел нажать, чтобы он спустился. Давай, 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 быстрее. Ну жалко, что на shift бежать нельзя. Она сама разбегается. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, твою мать. Ауч. Колючка. Так, как ты перепрыгнул? А ну-ка отвечай. А, вот как. Да ты мастер. Твою мать, это что было? Ну вот, ты схватилась. Я чуть сразу не схватилась. Я тебя не понимаю. Так, позволят. А, блин, вон куда нам надо. Сейчас мы будем еще... Во, сейчас обучаться будем драке. Ну, когда ты заговоришь. Он хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейт. Ну, ты его знаешь. Готова? Давай. Давай, начали. Так. На, на. И это все? На. А я тебе попал в живот. О, круто. Хуя. Круто, как. Вы можете совмещать различные движения и удары для повышения эффективности боя. Итак, Фейт, перейдем к обезоруживанию. Глядишь, пригодится. Так. Отдай оружие. Пиф-паф. Да, шучу, шучу. Забирай, на, забирай. Потом надо выбросить. Я в нее стрельнул. А ну-ка, давай деньги. Деньги давай. Ну ладно, ладно, выброшу, Фейн, выброшу. Ты слушай, лидер, драку постарайся отрезать их и разбираться по одному. А, надо вот так быстро, это вообще сложно. Все, перезаражил. Пульки вытащил, замедляет. Твою мать. На, тебе еще раз по голове, второй раз уже даю. Ну чё она, красотка. Ладно, хватит тренировок, девочки, пора за работу. Только мы играем за японку. Фрейк, ты тебя задание цел, он уже ждёт. Фейт, дай мне знать, когда будешь готова к проверке. Пока, Фейт. Пока. Вообще, закажи, что будем делать дальше? Играть, конечно же. Подсказать, сколько разоружения врага сторонишь. Во, видели, как она быстрая? Так, давай ещё раз покажи. Ова. На. Вообще очень прикольная игрушка. Отвечаю, поиграйте. Я вам оставлю ссылку. Нажмите право, чтобы пропустить. Ага. Electronic Arts. Пропускать. Я что, такую красоту пропускать? Игра производится DICE. Ну да, это как Battlefield. Mirror's Edge. Не помню, как переводится. Надо узнать.
Кто знает, переведите мне и в комментах напишите, как переводится. Так, по красно пробегает. Ты сейчас должна спрыгнуть, да? Прыгай. Вот этот, прикольно так под песню. Финансовый квартал 1358. Ладно, ладно, вот тут сейчас. Фейт. Оценили твою болтовню, Фейт. Но когда тебе надоест рисоваться, может, возьмешься за настоящую работу? Я шепнул Селесте, что она встретила тебя в ухоженном месте. Ты должна передать ей посылочку. Она будет ждать у антенны дальше по дороге. Всем пока, значит, потому что у меня не дела. Будем проходить по одной серии, как и Ассасин. Почему у меня сегодня не Ассасин был? Потому что у меня куда-то сохронка делась. Испарилась, прям удалилась. Ну хорошо, что мы сыграли немножко в Ассасин. Так что я быстро дойду, и мы все-таки продолжим. Сейчас я буду опять дальше снимать, конечно же, и сразу выпущу. Ладно, всем пока.